Вручаю вам почетный знак «Родительская слава». Бесспорно, вы его достойны, потому что, вот, ознакомившись с теми результатами, которые действительно вот, вы со своей семьей достигли, вызывает огромное у меня уважение, огромное вот, понимание, хорошую светлую зависть. Семья Симаковых образовалась в 1988 году. За 33 года совместной жизни Елена Валерьевна и Владимир Геннадьевич воспитали двух дочерей – Ксению и Инну, которые благодаря поддержке родителей смогли добиться успеха в учебе, спорте и других сферах. Владимир Симаков считает, что именно достижения дочерей помогли получить почетный знак «Родительская слава». Конкурс «Родительская слава» – он скорее посвящен достижениям не родителей, а детей. То есть у нас две дочери, за их достижения, в общем-то, это и был победой в этом конкурсе, их достижения. Владимир Геннадьевич помогал дочерям в учебе, а Елена Валерьевна отвечала за творческие и спортивные увлечения девочек. Старшая дочь Ксения с детства играла на фортепиано и с годами не утратила любовь к музыке, а сейчас помогает уже своей дочери освоить игру на скрипке. Младшую дочь Инну родители решили отдать в лыжную секцию. Под руководством Елены и Николая Седовых Инна была многократным победителем и призером соревнований различного уровня. Поступив в МГУ, девушка не забросила спорт и продолжает добиваться новых успехов. Лыжный спорт, он же очень разносторонний вид спорта. Там и бег, и роллеры, и лыжи. И вот сейчас еще добавляется, у нас дочка сейчас еще и плавает. И вот у нас вчера она в Суздале заняла на трейле третье место. Вот, на 20 километрах. Ну, то есть разными видами спорта она занимается. По словам супругов, секретом успешного воспитания детей они считают заботу, разделение интересов и понимание. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.